Нелегальные провокативные изображения, появившиеся в Лондоне в последнее время, как выяснилось, принадлежат одному автору, а не группе злоумышленников, как считалось ранее. Преступник, предположительно связанный с террористической ячейкой DeadSec, носит маску и может быть опасен. Гражданам не рекомендуется приближаться к нему. Когда они пришли за иностранцами, я промолчал, потому что я не иностранец. Когда они пришли за митингующими, я промолчал, ведь я не митинговал. Когда они пришли за журналистами, я промолчал, ведь я не журналист. Когда они пришли за уличными художниками, я промолчал, ведь я не уличный художник. Понял, что рано или поздно они придут за мной. И не останется никого, кто вступится за меня. Залезай! Господи! Куда едем, сэр? Гони! Я покажу дорогу! Ладно, простите, мисс. Господи! Так, ну мы и вляпались, пора валить отсюда! Просто об этом надо чаще говорить, понимаешь? Да. Знаешь, просто руки опускаются. Да. Сюда, когда запрещают делать то, что ты действительно любишь. На протяжении всей ночи Лондон был охвачен хаосом. Сейчас центральные улицы перекрыты. Сотни вооруженных бойцов Альбиона. Так. Приветствуем в сопротивлении. А вот и подарочек для нового члена. Покеда. Могла бы сказать, что тут бал-маскарад. Примерь. Новый подозреваемый был опознан. Дэвид Форд. Лондонский таксист, 43 года. Не задерживался, но есть основания считать его террористом. Гражданам не рекомендуется приближаться к нему. Всем жителям настоятельно